Марина Плотникова. Первый прыжок. Когда я с тобой разговаривал, инструктаж тебе давал, ты о чем думал? Я помню, что надо представить турник и на него прыгнуть с вытянутыми руками. Ага. Вот теорию помнишь, приступаем к практике. Нет. Давай я тебя придержу. Не толкну ни в коем случае. Я тебя держу, подходишь на самый край. Давай, при ветерок стих, ты вообще улица. Тебе, видать, с кармой все хорошо. Не смотри, ты просто смотри вперед. Там ничего. Ой, господи. Да что, еле живая. Это очень страшно. Очень страшно. Ты прыгала вообще четко, даже, мне кажется, не сомневалась. Я сейчас как терминатор буду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Я точно никогда не покончу жизнь самоубийством, я это поняла. Ну, не прыгнут с высоты. Не, я не смогу. Да. Ну что? Не, ну это реально очень страшно. Так, давай. Кроссовки снимай и крепи, окей? Нет. Ладно. Не хочешь еще новых? Хочешь камеру?